Как можно отыграть всего лишь 3 сезона в волейбол и стать известной на весь мир? Биография об одной из самых красивых волейболисток в мире – Джейми Робинс. Поехали! Джейми Робинс родилась 19 февраля 1998 года в городе Риджвуд, штат Нью-Джерси, США. Любовь к волейболу у Джейми проснулась при поступлении в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Особенностью американского обучения является то, что студентам необходимо выбирать как минимум один спортивный факультатив. Благодаря высокому росту будущая американская волейболистка была распределена в университетскую волейбольную команду. За время обучения успела поиграть 2 сезона в классический волейбол и 1 сезон в пляжный. За 3 года записала на свой счет 364 результативных действия, номинировалась на лучшую нападающую штата, а также неоднократно входила в символическую сборную Южной Калифорнии по волейболу. К сожалению или к счастью, сейчас Джейми Робинс приостановила спортивную карьеру и сделала упор на медийную составляющую. Активно развивает свою страницу в Инстаграме. На данный момент количество подписчиков насчитывается более 120 тысяч, а в интервью различным американским изданиям заявляет, что в социальных сетях она зарабатывает гораздо больше, чем в волейболе. Ее капитал на данный момент около 5 миллионов долларов. Также за спортивную карьеру спортсменка попадала в разные курьезные случаи. Если хотите о них узнать, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пока!